Мирно! Слово для приветствия предоставляется председателю Кустанайской молодежной федерации гимнастики Сергееву Сергею Валерьевичу. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые зрители, уважаемые тренера, приезжие тренера. Хотелось бы, конечно, всех поздравить с этим знаменательным событием для нашей школы. В этом году это первый турнир мы проводим. Он, в принципе, и традиционный. Очень приятно, что этот турнир посещает гости из разных регионов Казахстана. В этом году приехало очень много спортсменов, за что им большое спасибо. Здесь представители города Астаны принимают участие. Талдыкурган, Семипалатинска, Караганды, Темиртау, Павлодар еще принимают. Ну и город Кустанай, соответственно. Наш турнир как бы набирает силы. Я имею в виду пол участников. Это очень приятно, что в один поток мы уже не вмещаем. Сами видите, малыши только сейчас выступают, сейчас старшие девочки начнут еще выступать. Что как бы для нас это, ну, условия, конечно, не совсем тесновато, но зато боремся на высшем уровне. Будем надеяться, что с этим где-то в дальнейшем, ну, каждый регион воспитает чемпионов республики, чемпионов международных соревнований. Ну и будем надеяться, что кто-то из этих девочек будет представлять нашу страну на международных, на чемпионате мира, на Олимпийских играх. Хочу пожелать девочкам, которые выступили, не расстраиваться, у кого что не получилось. Старшим девочкам пожелать хороших выступлений и пусть победит сильнейший. Отдельное спасибо приезжим регионам. Приезжайте, всегда рады видеть вас в наших кустанайских стенах. И всего вам самого хорошего. На этом наш турнир. И первое.